Третья новелла, 35-я. Братья Элизабетты убивают ее любовника. Любовник является ей во сне и сообщает, где его закопали. Лизабетта тайком выкапывает его голову, кладет ее в горшок с базиликом и каждый день подолгу плачет над ним. Братья отнимают у нее голову возлюбленного, и в скорости она умирает вскоре. Buongiorno, signore e signoriti! Oggi preparerò per te una fragrante pizza con basilico de Cameron. Итак, жили-были в Мессине три брата, три молодых купца, сильно разбогатевших после смерти отца своего, уроженца Сан-Джиминьяно, и была у них сестра по имени Лизабет. Пригожая и благонравная девица, которую почему-то они до сих пор еще не выдали замуж. При одной из их лавок находился юноша из Пизы по имени Лоренцо. Он-то вел и делал все их дела. Был он обходителен, очень хорош собой, и Элизабетта стала за него заглядываться, и вскоре смерть как полюбила. А Лоренцо примечал это, и в конце концов, вырвав из сердца все свои былые привязанности, устремил свои помыслы к ней. Почувствовав взаимное влечение, они очень скоро уверились в друг друге и достигли предела своих желаний. Продолжая в том же духе, блаженствуя, наслаждаясь, они позабыли осторожность. И как-то ночью, когда Элизабетта шла к Лоренцо, старший брат выследил ее. Поступок сестры его крайне огорчил. Но так как он был юноша рассудительный, то здравый смысл подсказал ему пока ничего не предпринимать, себя не обнаруживать и подождать до утра. И всю ночь он только об этом и думал. Когда же настал день, он рассказал братьям о том, что видел, как Лизабетта пробиралась к Лоренцо. Братья долго держали совет и, наконец, порешили, дабы не срамить ни себя, ни сестру, замять это дело. И до поры до времени притвориться, будто они ничего не видели, ничего не знают. А затем при случае, когда можно будет это сделать без вреда и ущерба для себя, искоренить позор. Пока он не принял размеры угрожающие. Порешив на том, они по-прежнему болтали и шутили с Лоренцо. А как-то раз они сделали вид, что идут втроем погулять за город и пригласили его с собой. Когда же они зашли в места пустынные и отдаленные, то, воспользовавшись удобным случаем, они убили ничего не подозревавшего Лоренцо и похоронили его. Вернувшись же в Мессину, они сказали, что послали его куда-то по делу, и все им поверили, потому что братья посылали его часто. Лоренцо меж тем не возвращался, и Элизабетта, не на шутку расстроенная его долгим отсутствием, все чаще и чаще спрашивала у братьев: «А где Лоренцо? А когда же приедет Лоренцо?» И вот однажды, когда ее расспросы были слишком настойчивы, один из братьев ответил: «А почему ты все время спрашиваешь про него? Уже еще раз спросишь, и мы тебе ответим так, как ты того заслуживаешь». После этого разговора девушка была печальна и грустна. Она испытывала неподдельный страх. А Лоренцо она больше не расспрашивала, а только все ждала его, жалобно взывала, умоляла прийти и оплакивала долгую с ним разлуку. Однажды ночью, когда она, волю наплакавшись, вся в слезах уснула, во сне ей привиделся Лоренцо. Он был бледен, волосы его стояли дыбом, одежда была вся порвана и истлела, и тут послышался девушке его голос:
О, Лизабетта, ты все зовешь меня и томишься в разлуке, плачешь, не осушая глаз, и горько меня упрекаешь, так знай же, что я не властен тебе вернуться. В тот день, когда ты видела меня в последний раз, братья твои меня убили, сообщив, где его зарыли, и сказав, чтобы она больше не звала его, не ждала, он исчез. Пробудившись ото сна, девушка уверилась в том, что то была несонная греза, и залилась слезами. Поутру она встала и, не отважившись рассказать братьям о посетившем ее видении, задумала пойти в указанное ей место, дабы удостовериться, правду ли слышала она во сне. Получив дозволение погулять за городом, она направилась в указанное место, разгребла сухие листья и начала копать в том месте, где земля показалась ей наиболее рыхлой. Копать ей пришлось недолго. Вскоре она увидела труп несчастного любовника своего, еще не разложившийся и не тронутый тлением. Это сразило ее, но она решила, что сейчас не время плакать. Если бы она могла, да, она бы забрала тело с собой, дабы похоронить его. Но так как она понимала, что это невозможно, она лишь постаралась отделить ножом голову от туловища. Тело засыпало землей, а голову завернула в полотенце и, поспешно, никем не замеченная, вернулась домой. Заперевшись у себя в комнате, она долго и горько плакала над головою возлюбленного своего. Все ее омывало слезами, покрывало поцелуями. Затем она взяла один из тех красивых цветочных горшков, в которых обыкновенно произрастают майоран и базилик, завернула голову в красивое полотенце и положила ее в горшок, а сверху посыпала земли и посадила несколько отростков душистого базилика. И поливала она потом этот базилик розовой водой, померанцевой водой или же своими слезами. Она не отходила от базилика и с любовью смотрела на него, потому что под ним лежала голова ее Лоренцо. Наглядевшись, она наклонялась над базиликом и поливала его слеза базилик. Отчасти благодаря постоянному и заботливому уходу, отчасти благодаря тому, что голова внутри разлагалась и уточняла землю, стал цветущим и душистым. Когда подобный уход с цветком вошел у девушки в обычаи, соседи не могли не обратить на это внимания. И когда братья выразили удивление, отчего ее красота вянет, а глаза впали, соседи сказали: «Мы заметили, что каждый день она делает то-то и то-то». Услышавши это, а затем уверившись в этом воочию, братья несколько раз принимались жалеть сестру, но так это не помогло, они велели унести тайком цветочный горшок. Найдя базилик, девушка много раз с великой настойчивостью просила вернуть его. Братья так и не отдали. Тогда она залилась слезами, слегла и, больная, просила только о том, чтобы ей отдали горшок с базиликом. Настоятельные просьбы удивили братьев, и им захотелось посмотреть, что там внутри. Высыпав землю, они увидели полотенце, а в ней голову, еще не совсем разложившуюся так, что по цвету волос они определили, что то голова Лоренцо. Братья пришли в крайнее изумление. Боясь огласки, они украдкой закопали землю, а затем, устроив свои дела, тайно перебрались из Мессины в Неаполь. А девушка все плакала и молила отдать ей базилик, и в слезах умерла. Таков конец ее несчастной любви.
Когда же некоторое время спустя слух об этой истории распространился, кто-то сложил песню, которую поют еще и сейчас. Bon appétit!